Давай, видео, выкидывай, давай, давай. Вызывайте нас, посудим. Мы как звездочки себе работаем. Не, нам звездочки не надо, нам надо чистая экология. Наша экология, мы тут... Я вам говорю, я это сейчас сожгу. Нет. Это будет другой штраф, это плюс. Это плюс будет. Хорошо, тогда не буду жечь, будет один штраф, правильно? Вы сейчас сами себе прочитаете. Да, да, да. Вы просто загрузите это один раз. Хорошо. Машину. И завезете опять домой. Хорошо. Валерию Брониславовичу. Я позвоню. Давайте. Адвокат. Окей. Ну, потому что за это никто ничего не... Ну, это что, головняк такой? Возбудит дело. И это не уголовное. Легко. Не, ну, просто шаг. Вас весь город в лицо будет знать. Так и так знают, поверь. Будут, будут. Все, представиться, нет? Да, желательно. Привет детям. Хорошо. Чистого им воздуха. Какие же вы все правильные. И земли. Да, да. Чего вы не представляете? Кто? Кто? Мы отдыхающие. Мы соседи ваши, тут живем. Не, ну вы же как-то от какой-то организации. Ну вот в акте и прочитаешь, откуда мы. То есть вы даже не представляете. Да. Никто из вас никак. Мы об граждане Украины, мы которые зачистили. Мы можем оформить гражданский Хорошо. Акт про административное Смотрите, правопорушение. Человек сразу что делает? Представляется. Я так и сержант Петренко. Вот мусора накидали. Кого накидали? Улыбайтесь. Все. Я реально.